В Анадыре завершили ремонт детской и спортивной площадки на улице Тевлянтой. Работы велись в рамках окружной программы инициативного бюджетирования. Пока пустынная и присыпанная снегом. Новая детская площадка в окружной столице не наполнена детским гомоном, лишь потому что мороз под 30. Однако даже такие суровые погодные условия сегодня не стали препятствием для того, чтобы городская комиссия осмотрела объект и приняла его у подрядчика. Компания «Северо-Восточная теплосети» являлась исполнителем этих работ. Ну, как вы видите, здесь у нас оборудована и непосредственно детская площадка, оборудованы горки, качели и спортивная площадка, на которой есть возможность заниматься и мини-футболом, там, и, например, баскетболом. Значит, установлены мачты освещения. Вот осталось буквально день-два именно для подключения технического. Площадка по адресу Тевлянта 13 появилась благодаря активности жителей соседних домов. Вначале они сами пытались построить детский дворик при поддержке спонсора, но люди смогли выполнить лишь часть запланированных работ. Затем сработала программа «Инициативное бюджетирование». Площадка готова, дети ей уже пользуются на самом деле, поэтому сейчас она соответствует всем требованиям безопасности, она покрыта ударопоглощающим покрытием в соответствии с современными нормативами. А еще есть отдельная зона для малышей и ребят постарше. Изначально планировалось сдать объект к началу декабря, но по объективным причинам работы затянулись. Проблем не было. Единственное, что по времени немножко задержались ближе к зиме, в связи с тем, что материалы, которые использовали в строительстве, а это особенно резиновые покрытия, доставлялось с центральной России, то есть Санкт-Петербурга, поэтому вот произошло так задержка. На обустройство площадки было потрачено около 4,5 миллионов рублей. И теперь у ребят есть возможность весело проводить время на новой площадке. Владимир Никитченко, Александр Кузьминов, Вести Чукотка.